Первый средний вес. 8 раундов. Встречайте боксера из синего угла ринга. Гарин Со Фонку. Встречайте боксера из красного угла ринга. Мирзакамол Нематов. Знакомимся с соперниками. Боксер из синего угла ринга представляет Камерун. Провел на профессиональном ринге 17 боев. Возраст 27 лет. Рост 171 сантиметр. Вес 69 килограмм. Герин Со Фонку. Боксер из красного угла ринга. Мастер спорта, представляет Узбекистан. Профессиональный рекорд 2 победы, 1 нокаута. Возраст 23 года. Рост 176 сантиметров. Вес 71 килограмм. Мирзакамол Нематов. Рефери в ринге Алексей Козлов. Судьи Элбек Циренов, Дмитрий Антонов, Михаил Куликов. Что, друзья, Валерий Фомичев представил вам боксеров. Так, в синем углу гость из Камеруна. У него отрицательный рекорд. 2 победы, 15 поражений. Первый. Соперник из Узбекистана. Мирзакамол Нематов. Удачное начало карьеры. 2 боя на профи-ринге. Оба выиграл. Один из них нокаутом. Ну, Герин достаточно часто попадает в наши трансляции. Боксировал и в Екатеринбурге, в РСС. Также несколько раз боксировал здесь, на Крыльях Советов, в Москве. Ну, сейчас у него серия из 12 поражений подряд. Правда, большинство из них было по очкам. В последнем бою только в Екатеринбурге Марату Гашимову проиграл. Он техническим нокаутом во втором раунде. Но судя по тому, как начал бой Нематов, он будет стараться, на мой взгляд. Так мне кажется, он боксер сильный, любит силовой бокс. Будет стараться выиграть досрочно, конечно. Посмотрите, длинная серия. Стоп! Хорошая двоечка. Два боковых. И опять встречная. Отличная, кстати, работа у Нематова. Да, все время близко. Практически не разрывает дистанцию. И каждый боковой у него доходит до цели, которую он выбрасывает навстречу. Поскользнулся немножко Герин.
Наконец паузу взял Иматов. А то 2 минуты практически атаковал, не переставая. Фомко осторожен. Не пытается подойти поближе и создать что-то в атаке. Намного быстрее Мирзакамол, конечно. Ну и разнообразнее у него техника. Да нет, ну выше класса намного. Хотя пока при таком бое особого разнообразия даже и не требуется. Опять плотный, хороший боковой. Ну, одним боковым тоже умер, коротким. Фомко сумел ответить. Пока еще он свеж. Начинается второй раунд. Попытались как-то вдохновить немного Гирина. И опять хороший встречный от Мирзакамола. В обвод руки. У него хороший этот боковой справа. Не так интенсивно Иматов работает во втором раунде. Пытается все-таки вытянуть на себя соперника. Немножко поменял тактику. Снова боковой, следом боковой слева. Ну и берет паузу пока Мирзакамол между своими атаками. Спокойно. Он пытается вытянуть действие. Соперник, хочет сработать навстречу силовым ударом. Сил-то у него еще полно. Ну, собственно, и соперник тоже еще далеко не истощен. Но эту тактику прекрасно Фомко тоже понимает. Вы видите, он даже когда атакует, тут же наготове у него ноги, чтобы сразу резко отойти назад после своего удара. Секунд.
Хороший был левый боковой. Топ! И быстро пошел на сближение, но раунд закончился. Спокойно вот эти выпады Мирзакамол принимает, перчатками сбивает руки соперника. Ну, выпады такие, мы же видим, да, по большей части формальные. Ну так, для обозначения активности. Ну да, потому что он прекрасно понимает, если он только вдруг начнет серьезную атаку, то это может быть для него последним действием в ринге. Мне кажется, зря поменял тактику Нематов. Вот так стараясь вытянуть от себя соперника. Не помню, как он работал в первом раунде, да? Не давал дышать сопернику. Ну, его давление, да. Было весьма надо неудобно. Продолжать, да, потому что соперник чаще ошибется вот под таким давлением, да, устав от этого прессика, чем вот так ждать, когда он пойдет на тебя и откроется. Да, третий раунд стал совсем безрезультативным. Каждый гнет свою линию. Гирин, я бы этом... сказал, что гнет прям. Нет, но он старается делать так, как ему выгодно и удобно. Ну, с этой стороны, да. Он минимизирует свои риски. А вот Нематов почему не поменяет тактику, не начнет более активно работать? Непонятно. Ну вот один удар левой прямой, казалось бы, дошел, но все равно он чистым не получился. Какой-то он перчатка там скользнула. Мирзакамол, может быть, немножко себя придерживает в этом отношении. А что придерживать? Он же постарался провести чистый удар. Пока не получается. Больше мы ждали от этого соперника, который сейчас на ваших экранах. Все у него было в первом раунде. И повторные атаки, и хорошая
выверенная дистанция. Но так же не бывает, что резко все теряется. Это он поменял просто тактику. Он сознательно решил работать по-другому. Тянуть на себя соперника. Ждать, когда тот откроется. Мы посмотрим, что будет сейчас. Вторая половина поединка. Стоп! Стоп! Вот казалось бы, да? Продолжает так, но он снова берет паузу. Функу подстраивается. Ну, он поймал этот ритм. В целом же достаточно опытный спортсмен. Да, да. 17 боев за плечами, да, пускай большинство проигранных, но тем не менее знает, как не подставляться под колотушки соперника. Даже вот одиночный, нет, да и зайдет у Функу. И в целом Герин далеко не для каждого боксера удобный соперник. То есть он в нужный момент умеет притормозить, завязать. А вот сейчас встречный хороший был у Мирзакамола. Неплохие уже обоюдные атаки начались здесь в этом четвертом раунде. И Функу тоже пытается зубы показывать. Ну, потому что, да, посмотрите, вот он, не матовый, я имею в виду, вот он атакует, да, вот предыдущий эпизод был, он попал боковым ударом. Функу чуть-чуть отошел назад, да, перекрылся, а этот не продолжил. Что не так страшно соперник вот в таких своих действиях. Конечно, проигрывает, но пытается все-таки какую-то пользу для себя извлечь. Пятый раунд у нас в этом бою, друзья. Ну, вот так вот Функу все смелее начинает работать. Если не сказать наглее. Ну, если соперник позволяет, ну, да. Чего бы и нет. Бы и нет, да. То есть так, здесь, да. Как почти как в футболе аналогии, не бьешь ты, бьют тебя. Вот, кстати, в обвод перчатки неплохо встречный Нематов выбросил. Ну,
может, у Неметова задача все-таки второй бой. Третий бой, простите. На профессиональном ринге может хочет пройти шестираундовую дистанцию. Но он мало очень делает, да, действительно, для того, чтобы закончить бой пораньше. Просто в спокойном режиме отрабатывает. Хорошо встретился снова силовым ударом в грудь. Ну а то, что пытается сделать в атаке Функо, это, конечно, там очень мало что доходит до цели реально. Но все равно уже такие явные попытки, а не формальные, как бы, начал. И не достает Функу. То есть он вроде бы и много атак достаточно инициирует. Дистанцию, видели, да? Чуть вот отошел назад, развернул корпус, выставил плечо. Вот хорошо. После команды стоп. Функу пробил. Перед этим пропустил довольно неприятный удар. Камерунец. И сейчас регулярно, кстати, Функу заходит за переднюю ногу, так прям закручивая себя, уходя таким образом от разящей левой Неметова. Ну или сильнейший, как минимум, левый. Заканчивается пятый раунд. Дождались мы заключительного шестого раунда в этом поединке. Ну и было видно, конечно, по пятому, что Гиринсон Софонку, он хоть и много атак достаточно проводил, но результативность этих атак, она была не самая высокая. Но в любом случае он старается действовать сейчас уже смелее. Активнее. Ну и все в одном и том же режиме проходит приблизительно. То есть один не особо форсирует, то есть, как говорится, не хочет, а второй не особо-то и может что-то показать. Ну, очередной бой, в общем-то, в копилочку, скорее, для Мирзакамола, естественно, более полезный. Ну, а Гирин, так или иначе, каких-то денег заработает.
на колено опустился сейчас. Это он просто... потерял баланс. Да, 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 явно не от пропущенного удара. Удара-то не было ни от кого. Но хочется еще подчеркнуть, что Нематов, да, вот опять-таки вернулся к началу боя, как он его вел. Он не смотал соперника совершенно. Да? Тот к шестому раунду, наоборот, свежее становится. В общем, непонятная тактика, конечно. Ну, а Мирзакамола тоже не так много было, в принципе, точных каких-то попаданий. Да, конечно. Но другой вопрос. Ну, потому что попаданий вообще вот атак было меньше гораздо. Может быть, он травмировался после первого раунда? Такое же тоже бывает. Там с кистью, например, какая-то проблема. Ну, тогда бы мы могли... Видели бы, что он как-то меньше работает одной рукой, там, скажем, сильнейшей левой, да. Бой окончен. Ждем решения, но здесь понятно, каким оно будет. Особой интриги вряд ли получится создать и сохранить. Да, здесь, кстати, вот в углу-то у Мирзакамола есть сомнения, то есть сказали, вроде как, но не знаю, но я думаю, что это может быть как раз именно к результату относится, хотя вроде бы все достаточно однозначно. Дорогие друзья, в этом бою единогласным решением судей победу одержал боксер из красного угла ринга Мирзакамол Нематов. Третья победа Мирзакамола, в общем-то, вполне ожидаемый, понятный результат.